Садись, молчи. Про нас с тобой песня. Ты же поступал на второй факультет, а я на пятый. Вот как раз сейчас песенка абитуриента. Вот лагерь наш, мои апартаменты. Вот мой начальник, он же командир. Да, извините, значит, песенка про нас с вами. То есть сидит дедушка и показывает своим внукам, детям фотографии своей курсантской военной юности. То есть журнал, то есть альбом с фотографиями. Вот лагерь наш, мои апартаменты. Вот мой начальник, он же командир. Вот мои други, абитуриенты. А этот вот Проныра из Проныр. А этот сидит Проныра из Проныр. Вот эти снимки все похожи, как солдаты. Был первых дней однообразен вид. На снимках этих камни да лопаты. И редко-редко чья-то голова торчит. А в этом вот огненестойком здании я физику впоследствии сдавал. А здесь нет лучше, не смотрите в назидание. Как по команде смирно я в строю жевал. Пока что все, закрыть страницу нужно. Начало это, здесь покой и мир. А мне пора уже идти на службу. А ну-ка, внуки, принесите мне мундир. А мне пора уже идти на службу. А ну-ка, внучек, принеси-ка мой мундир.